Какое у вас мнение о Солженицыне? Ну, видите, трудно мне мнение говорить. Вы же куда-то потом это дело будете. Поэтому я уйду от этой. Солженицын – это не та фигура, которая заслуживает серьезного внимания. Не та? Нет. Нет. А это... Если вы не... Дело не в... в это, я бы вам рассказал подетальнее, ну а так вообще. Ничего. Ничего у нас Солженицын. А да. Он уехал отсюда с удовольствием, с от радости. Вы его отпустили, да? Да, мы его с удовольствием отпустили и постарались, чтобы он быстрее уехал. И он уехал, кстати, а потом начался новый круг. Ну, это...